Привет-привет! И сегодня я буду показывать рунтур по этому слаймику. Это типа баттер слайм или легкий такой пластилин. Он был с тремя цветами и продавался в гостиницах. Сейчас мы его откроем. Так. Вот такой он. Тут, кстати, два шарика в виде бантика. Я его вот сюда положу. И мы вчера с Дашей были у меня в гостях, и мы не знаем, что это такое. Это либо вафелька, наверное, или ролл, не знаю. Ну, давайте дальше. Он вчера был очень мягкий, но почему-то он стал твердым, но я не знаю. Но он все равно приятный на ощупь. Вот какой он мягенький. Всем, кстати, спасибо за 8 подписчиков. Я захожу вчера вечером или ночью. И я просто такая смотрю, у меня 8 подписчиков. Всем спасибо. И подпишитесь, пожалуйста, на мою подружку. Если вы ее увидите у меня в ТикТоке. Вот так. Вот сейчас я ищу это. Сделаю розочку. Вот так. Вот. Мягкий. И да, завтра, не пропустите серию, завтра я еще покажу свой второй аккаунт, ну, на планшете, про собачек своих и кошечек. Ну, про кошек я пока что не снимала, или снимала, я уже там несколько дней не захожу, или неделю. Ну, вот так, вы просто не слышите, или слышишь, я не знаю. Ну, он так просто хрустит, так вот. Я думаю, наверное, что это баттер, все-таки слайм. Я уже очень давно как-то не смякаю слаймы. В этом слайме было 3 цвета, и еще внизу такой слаймик. Вот такой он. Сейчас я еще разкручу розочку. Вот так мы крутим. Сейчас попробуем. Надеюсь, вы слышали. Я потом послушаю все. Вот так, я сейчас сделаю розочку. Вот. Ну, он такой твердый с текстуры стал. Ну, мы попробуем туда еще немножечко налить воды. Я уже наливала, но немножечко он стал помягче. Стал очень приятный еще на ощупь. И как видите, вот тут немножечко блестки. Ну, эти звездочки. Это не блестки, но блестки звездочки. Сейчас мы сделаем розочку. Вот так. Вот сюда звездочку. Вот такой бантик. И, наверное, думаю, все-таки это вафелька. Это вам. Смотрите, как красиво. И сейчас эта розочка я дарю вам, моим хорошим подписчикам. И вы его делаете вот так. Офигенно. Ну, немножечко его шарники же так немножечко колятся. Ну, ребят, и это на этом все. Кому понравилось это видео, напишите в комментариях. Ой, напишите мне в ТикТоке или поставьте лайк. Просто у меня отключили комментарии. Наверное, будем это исправлять. Ну, а на этом все. Всем пока-пока. А эта розочка достается вам.